Также жду ваши идеи для будущих. Хорошо, это давай по-быстренькому. Это продолжение эксперимента по соблазнению. О! Ой, я уронила кофе. О, карандаш. Я взяла карандаш, уже неплохо. Буду им обороняться, если что. Я, наверное, одену два наушника, чтобы полностью погрузиться в атмосферу отчаяния. Здрасте. Есть ли там какие-то что-либо? Я справилась. Если вы это слышали, то это стройка, а не взрывы. Что-то для чего-то. Какого хрена? Там кто-то шел только что. Здрасте, тыковки. О, я могу... Ой, я убила ее. Это определенно не я трогала эти тыквы. Все нормально. О, кто за кофе на место поставил? Вы видите вот эту вот фигню? Ну чё за сатанизм? Ну я же просто работать пришла. Ой, не. Пожалуйста, не. Это ничего хорошего обычно не значит. Это вообще не хорошо. Ой, не. Я буду делать вид, что это просто большой таракан. О, не, ты не моя Грэмма. Не. Не очень уже, честно говоря. Пока. Ой, я сжигаю. А табличку надо? Подождите, а табличку надо? Куда мне табличку? Может, надо было табличку-то? А табличку надо было сжигать или нет? Ой! Его втянуло обратно. То есть он ничего нам не сделал. О, я прошла! Я не умерла!